Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1325. События дня. 1 Тимофея 1:15. Верный всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 4:9. Слово сие верно, и всякого принятия достойно. 2 Тимофея 2:15. Старайтесь представить себя Богу достойным делателем, неукоризненным, верно преподающим слово истины. За 2 августа 2019 года объявление. Может, притормозить и прочитать? Даже переписка тут беру. И заботятся обо мне. Вячеслав, благодарю. Ну, вчера тем закончилось, как раз поэтому у меня левая нога. Что-то я почувствовал, не ладно, не могу утром никак на сгибе. Ну, проработал день все-таки. Жара, аномальная температура, говорят. Неважно. Где-то там как-то. Вчера на Симаковском или Костровом пруду бульдозер Леонтьев Алексей Лаврентьевич закончил работу. Пригнали трактор в деревню, а потом он попросил Сергея отвезти его на трассу 16 километров, уехал домой. И вечером мне позвонил, что я доехал. Мы говорим, очень благодарны. Я вам благодарен, как вот был. Ну, мы очень им довольны. И успели загородить от скотины. Дамбу с обратной теперь стороны только внизу. Раньше вверху было, а сейчас внизу. Ну, это вот для нас событие большое. Все, что было намечено. Сделано было по трем прудам. Теперь только песок завозить там на дамбу, чтобы машины не буксовали. Ну, сегодня тоже суббота. Думаем поехать на шлюз. Завезли туда доски, все, что нужно. И нужно слив сделать весной. Руководить. Ну, как удастся, как Бог велит. Ну, как всегда я указываю свои ресурсы. Вот мой мир, вообще я его люблю просто. Вот это... Как это выглядит, мой мир. Вот эта вот страница, именно моя, тут я в шапке. Рекламу кто-то вставил. Ну и мой мир. Это православный форум, большой очень у нас. Сегодня выставил православный видеоканал «Открытым оком». Много выставляем, 16 300 роликов.
Так смотрят люди немного. Заинтересовались. Заправка бульдозера солярка. 104 просмотра, 22 минуты. Ну вот 11 роликов выставил. Звонок от Галиндухина с ребятишками из Урала. Доехали до дому. Ну все такое вот. Наказы безопасности для детей. Благословен Господь. Ну и еще. Вот это что такое? Страница недоступна. А, переводчик. И вот у нас большой сайт о свете Библии. Прошел день Городилина, жерди завозили, искали столбы, наконец все сделали за день. Очень было непросто, жара такая. Ну все на этом.